хорошую игру. Что можем сказать о нем перед матчем? Готов, будет играть, будет забивать. Но это прирожденный диспетчер, будет, конечно, строить атаки через партнеров и своего обязательно добьется. Поэтому в защите надо быть сегодня предельно внимательным. Йони сегодня радует организация всего события, все продумано на современных стадионах. Главное тут то, что придумывается и реализуется для болельщиков, что организаторы думают о людях, которые создают неповторимую атмосферу на трибунах. Такое всегда приятно видеть и еще приятнее быть частью этого. Барселона начинает первый тайм. Фрэнки де Йонг. Серхио Бускетс. Барселона идет вперед. Мемфис Депай. Надо пробить. Флаг бокового уже поднят, так что этот гол засчитан не будет. Нет вопроса главного арбитра. Сейчас было сработано очень четко. Александр Исак. Гарасабель с мячом. Рафинья. Получилось отдать на ход. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Удар точно в руки вратаря. Серхио Бускетс. Дембеле. Фрэнки де Йонг. Серхио Бускетс. Обамеян. Не бросаются вперед с горячей головой, ждут в верный момент. Ходит мяч у них. Хороший вынос мяча из штрафной. Обамеян! Активное действие Обамеянга в атаке и счет открыт. Очень хорошо видно, как они четко в пас сыграли в этой атаке. Слаженные командные действия. И удар получился мощным у Абамиянга. Он пробил низом, и мяч оказался в воротах. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Давид Сильва. Неплохо сейчас Реал Сосьедад контролирует мяч.